был вопрос, я не помню где, про то, как я отношусь к соблазнению девушек с помощью карт Таро там, и так далее. Прекрасная тема вообще работает. И гадание на кофейной гуще, и Таро, и гадание по рукам. По руке. Все, а как работает. По клитору классно по работает клитору. Соблазнение вообще. По гадание. Стопам ноги, короче, гадание. То есть есть гадание по руке, а можно по стопе гадать. Да? Угу. Все это прекрасно, замечательно работает. Главное, это говорить ту информацию, которая схожа с действительностью в ее жизни. И все. Ага. Откуда-то выскать эту информацию и рассказать. Прочитать внимательно ее там. Страницу в соцсети и сконструировать из этого ту информацию, которую ты будешь рассказывать, когда ты будешь гадать ей типа на картах Таро. Угу. И все. И потом рассказывать такие вещи, которые были у каждого человека. У тебя были проблемы с близкими людьми. С близкими людьми случались разные вещи, да. У всех что-то с близкими случалось, да. Ага.